Хотим попробовать мировой челлендж. С табуреточки. Делаем. Три шага. Раз, два, три. Наклоняемся. Упираемся макушкой. Макушкой. Подтягиваем все табуретку. Прижимаем табуретку к груди и пытаемся встать. Не получается. Почему? Я думаю, слишком большой размер обуви. Я слишком далеко ушел. Ну, сделай два шага. Не могу. Ну, ты попробуй. Попробую. Обувь можешь снять? Крок, уйди, ты тоже хочешь попробовать табуретку? Раз, два, три. Встала. Темечком упираешься в стену. Раз. Табуретку к себе. Грудь ее подтягиваешь. Я говорю, у них маленький размер обуви. 36-й. В сравнении с моим 46-м. Я отхожу на метр, а она всего отходит на полметра. Конечно же. Хорошо, давай я отойду дальше. На, я отошла дальше. Отмери своей обувью. Давай, вот. Делаем замер. Ну ты ростом больше меня. Два. Три. Да, вот здесь. Вот, давайте. Конечно, вот видишь? Но у тебя и роста больше. Оправдания не принимаются. Вот. Центр тяжести. Я что тебе говорю? Ну. Все равно обманули. На три своих ноги, потому что рост и стопа все-таки какое-то значение тоже имеют. Ты же выше меня ростом. Кому передаем этот челлендж? Ну давай детям. Маша да Ире. Пусть они теперь нас... Попробуют это повторить. Главное, что у нас Сашка младший не сможет повторить пока. Ну, попозже, да. Попозже. Ну, его заменит его этот... Брат может заменить его. Все, хорошо, договорились. Выкладываем в YouTube. Да. Кто...